друзья, с вами шоумен Тамада Талгат Самбай. Мы начинаем. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo, el amor me quema. La música suena, la noche de cristales, belleza el cielo. Siempre tu amor me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor, me gusta siempre tu amor, me gusta. Дамы и господа, сегодня этот вечер для наших молодых, для всех гостей ведет шоумен, ведущий, КВНчик, певец, актер, красавчик и просто скромный парень Талгат Самбай, друзья. Это я, ваши молодцы. Енді бүгінгі кешімізді бастау үшін бізге керек бір бата. Сол батаны беретін бізге керек бір кроссовка апа. Асаламым атым Талғат арындаған, арындат ән саламадарым аған. Аспаным аясында ән шалқытқан, бұлбұлмын даусыз көпте дамылдаған. Жігітпін алып тұлға жардан бей, кеуден бар бәйкен мен талдан бей. Ассалам алейкум арда жұртым, бағасы ханнан асқан талдан бей. Детство! Никто правильно не назвал себя. Наташка, Наташка, говорят. А, ты слышал, думал, детство? Правильно, 4-4, друзья, право. 4-4, молодцы, поехали дальше. Как много лет тому назад познакомились наши молодые, представим себе, ситуация на дискотеке. Знакомство Рашида и Асилия. Алло, да, хорошо, что там? Алло, да, то, что там, да, замало, вот, там,
біз кешімізді әрі-қарай жалғастырып, салаттарға тойып алмаңыздар, арақ пен шарапты ішіп мас болмаңыздар. Қазір аппетиттарыңыз болады ништяк, дастарханға подают бес бармақ ет. Қарсы аламыз! Ортаға бүгінгі кешіміздің бас қонақтарымызды шақырсақ, как говорил в свое время круг, золотые куталар, душу мою радуют, жена хвалар, ортаға сіздің машина сөрізбе. Бүкіл жена хвалармыз, ортаға шақырам. Особое спасибо хочу сказать нашему Талгату, потому что я так думаю, что сегодняшний вечер это благодаря то, что мы так весело сегодня провели вечер, это благодаря вам. Большое спасибо. Дорогие друзья, меня зовут Эльдос, я являюсь дружкой на этой свадьбе. Настоящий мужчина умеет все зажигать, умеет все поставить красиво, все сделать отлично. Пожалуйста, заказывайте его, только его. Я уже визитку взял на своей свадьбе, надеюсь, я его обязательно увижу. Спасибо. Сейчас, я думаю, вам понравится. Если вам понравится.